Отже, доброго ранку ще раз, шановні телеглядачі. Ми продовжуємо нашу передачу. І зараз у нас черговий гість – це Наталія Кондрахіна, мама-блогер. Отже, доброго ранку, Наталія. Розкажіть, власне, трохи детальніше. Мама-блогер, як це взагалі? Що це? Ідея створити блог родилась у мене... Ну, можно сказать, недавно, где-то год назад я вот так вот основательно решила заняться блогом. До этого, когда у меня родился сын, я просто вела Инстаграм, просто там постила фотографии своего малыша, да. Но потом родилась какая-то идея как-то систематизировать все свои записи, сделать что-то полезное, помочь другим мамам вот, в развитии их малышей. И постепенно-постепенно идеи приходили, и как-то вот образовалась вот такая вот система в моем блоге. Уже втілилось в життя. Наскільки взагалі популярно це, чи актуально це сьогодні? Сейчас... Виходячи з вілків там в мережі. Да, сейчас очень популярно на самом деле вести именно профиль в Инстаграме. Почему? Потому что прошедший год, 2015, вообще считается, что в этом году самая популярная соцсеть – это была Инстаграм. Именно в этой соцсети большинство, так скажем, моей целевой аудитории – это мамочки с детьми. Вот, потому что она удобная, потому что она лаконичная, и там все просто. А и зараз, наскільки я знаю, у нас є відео, так, про ваш блог, тож пропоную його подивитись. Терпением мы открываем мозаику. Так. У нас в кадре появляется еще одна неизвестная вам рука. Я всегда так реагирую, когда руки появляются в кадре. К нам приехала Ильяна, сестричка двоюродная Ангелина, и привезла от бабушки Оли вот такие подарки. И сегодня мы вместе с Ильяном будем распаковывать. Это такая игра, да? Это не мозаика. Это игра. Нужно искать пути. Давай будем вместе распаковывать. Открывай. Отже, ми подивились відео, дуже цікаво. Я так думаю, мені час вже теж реєструватись в Інстаграмі, підписуватись на вас. Я так подивився. В Ютубі я зареєстрований, тож не сумнівайтесь, я підпишусь вже на ваш канал. Залишилось ще в Інстаграмі зареєструватись, тому що я, як власне, до дітей, власне, як такого прямого відношення наразі не маю. Але навіть мені було дуже цікаво подивитися, ви, ну, дуже цікаво. Тож прокоментуйте трохи ці відео, які ми подивилися. Да, що стосується профіля на YouTube, то там ми викладаємо, він називається Мізінчик і Ко, і там ми викладаємо кілька видов видео. Одни видео касаются чисто развлекательной части, мы развлекаем детей. Вот как вы видели, мы с сыночком открывали игру, показывали деткам, что это за игра, рассказывали о ней. И первая часть видео – это были музыкальные квесты. Идея музыкальных квестов принадлежит моей подруге Ире, она тоже была со мной на видео. Мы вместе решили снимать эти видео и представлять таким образом деткам и их родителям, как можно весело проводить время с детьми. То есть сами квесты – это в игровой форме музыка, песня,
И все это представлено как некое такое вот путешествие. Квесты могут быть разными, не только песня с движениями, это в них могут присутствовать и игрушки, и различные вспомогательные материалы. То есть вот квесты — это, грубо говоря, такая вот, такое путешествие длительное вместе с ребенком на какую-то тему. А от скажіть, будь ласка, мені дуже цікаво, як власне ось ваша дитина реагує? Ви казали, що ви деякі відео записуєте зі своїм сином. А як він власне реагує на це? Чи йому подобається з вами записувати ці відео? Чи можливо він там, мамо, я хочу пограти в іграшки, а ти знову є сам ютубом? Як він до цього ставиться? На самом деле, моєму сину дуже подобається записувати відео. Він навіть іноді заігрується вместе зі своїми іграшками. И всем привет! Это Мизинчик и Ко, и сегодня мы вместе с Ильяном будем делать то-то и то-то. То есть я даже не снимаю, а он уже играется. Или только я достаю там телефон, хочу просто фотографию сделать, он сразу начинает рассказывать, что мы сейчас, где мы сейчас, как мы сейчас проводим время. То есть уже вжився в роль. Да, он у меня уже профессиональный видеоблогер. Вот такие вот дела. А взагалі є, можливо, якась статистика, скільки у вас переглядів на Ютубі, скільки підписників? Честно говоря, я с цифрами очень плохо дружу. Я их проверяю, проверяю и забываю. Подписчики есть, регулярно подписываются люди. И очень приятно, когда есть комментарии. И люди действительно комментируют и благодарят, в частности, вот за музыкальные квесты. Очень много положительных отзывов от родителей. И даже вот в Инстаграм одна из моих подписчиц, она сейчас живет в США, но она русскоязычная, и попросила, чтобы мы там внесли корректив один, чтобы мы могли, вернее, они могли нас найти в США, наш канал, чтобы и там они могли вместе с детками петь эти песенки, да. То у вас уже международный такой канал, можно сказать. Да, так что, слава богу, как-то развивается это все. А уже так, шановні глядачі, якщо ви будете дивитись відео Наталії, не забувайте їх коментувати. Власне. І наскільки я знаю, ви ще займаєтесь однією діяльністю, так, хендмейдом таким. Розкажіть трохи детальніше, будь ласка, про це. Да, по своїй професії я дизайнер, і прийшла ідея. В прошлом году эта идея меня посетила, в этом году у меня дошли до нее руки. Вот, идея заключается в том, чтобы создать для детей и родителей развлекательный календарь. Что это за календарь? Я вам представлю сейчас первую страницу этого календаря. Это календарь за январь. Он не предназначен для какого-то конкретного года. То есть он не рассчитан специально там, на 2016 год. Он может использоваться в любой год. Здесь по темам разбиты недели. Каждая неделя имеет какую-то тему. Да. Вот, допустим, первая неделя января – это неделя Рождества, вторая неделя середины зимы, неделя зимних птиц и неделя снега. Так и в феврале тоже разбивается по темам недели, и каждый день тоже идет, за что-то он отвечает. Мы начали свой календарик специально с дня, с воскресенья, и назвали этот день семейным днем, потому что очень приятно, когда неделя начинается вместе с семьей, когда ребенок проводит больше времени со своими, с мамой, с папой, и у него неделя начинается именно с такого позитивного дня. Следующий день, понедельник, это день пения, день живописи вторник, среда – день поэзии, четверг – день скульптуры, пятница – день природы и суббота – духовный день, когда ребенок может поразмышлять. Вот. Эти дни переходят, ну, на каждую недельку, и, соответственно, теме дня прикрепляется задание. Допустим, неделя середины зимы, день семьи, воскресенье. Вместе с семьей сходите на каток. То есть, таким образом, люди в своей семье могут объединиться для того, чтобы сделать что-то интересное вместе. И у ребенка много позитивных эмоций откладывается в свое подсознание, и в результате в будущем он сможет как бы все вот эти вот свои положительные эмоции выплеснуть в качественном труде, когда он подрастет, или когда он станет хорошей личностью. То есть вот, в таком, вот такая вот идея календаря.
так, дуже цікаво, насичний, так, кожен день. І це, власне, на один місяць, а ви, власне, плануєте на цілий рік, так? Да. В планах йде на кожен місяць розробляти окрему страничку і, як би, зібрати ось такий от календар. Зараз в розробці вже у нас февраль йде, він підходить до завершення розробки його. Ну і далі март, апрель і наступні місяці. Якщо у кого-то будуть якісь пожелання, або хтось знає якісь цікаві ігри, які можна провести в конкретний місяць, то ви обращайтесь, пишіть мені в блогі, в інстаграмі, будемо все це воплощати вместе. Так, і я, власне, також зараз хотів би звернутися до наших телеглядачів. Отже, якщо у вас є бажання отримати такий цікавий, дуже оригінальний календарик на перший місяць, на січень, то ви, власне, можете дзвонити до нас до ефіру за телефоном, який ви бачите на своїх екранах. Тож дзвоніть і отримайте в подарунок такий чудовий календарик. Дуже, дуже цікаво, Наталіо. І, ну, я не знаю, як вам взагалі здається все це поєднувати. І дитина, і блог, і відео, і ще хендмейди такі. Ну, як ви це все робите? Поділіться, будь ласка, секретами. Я даже не знаю, откуда это все берется, но это, наверное, идет изнутри, вот эта вот творческая энергия, которая переполняет, ее хочется куда-то выплескивать. И вот как-то Бог дает такие мысли, и я их воплощаю, потому что, ну, невоплощенные мысли — это нереализованные какие-то желания, они какой-то негатив и осадок несут. А когда ты воплощаешь это все в жизнь, то ты получаешь, ну, лично я получаю от этого огромный кайф, вот, и, ну, люблю что-то положительное и доброе дело для людей. Кстати, еще по поводу этого календарика, к нему есть дополнение, которое каждая мама, каждый папа, если он любит творить своими руками, могут сделать и разнообразить вот этот календарь. О нем мы немножко позже поговорим. Так. Тож, доброго ранку, Наталю. Переходимо вже сюди, але перш ніж почнемо розмову, хочу сказати, наскільки я пишаюся нашими мамами, нашими мешканцями міста, завжди щось вигадують, винаходжують, і дуже цікаво. Ви молодець. І Артур казав, що він не має там прямого відношення до дітей, але йому цікаво, можу сказати, що я маю деяке відношення до дітей, і мені теж дуже цікаво, і я обов'язково скористаюся вашими календарями і ідеями. Отож, що ми будемо робити? Про що ми будемо зараз говорити? Ми зараз з вами поговоримо про таке доповнення до нашому календарю настінному. Це календар, називається «Нескучайник». Так я его назвала. В нем 31 день, и он опять-таки не рассчитан на какой-то конкретный месяц. Просто в том месяце, где нет 31 дня, а там, допустим, 28, 29 или 30 дней, вы просто не заполняете вот эти ячейки. Что это за ячейки? Такой цікавый, він ще об'ємний, такий, хочется его мацать, трогать. Ну, что это за ячейки? Что это за ячейки? В них кое-что находится. Сюрпризы. Да, в них находится сюрприз, который ребенок получает в конце дня, после того, как они вместе с семьей или он сам выполнил задание из предыдущего календарика. То есть, как бы, такое вот награждение. Что еще интересного в этом календаре? Если ваш ребенок еще не умеет считать, то он тогда сможет с легкостью научиться считать до 31. Каждый день он будет запоминать по одной циферке, плюс у него будет положительные эмоции от того, что он получил какую-то награду, какой-то подарок в этот день. Ну и таким образом ему будет хотеться дальше и дальше учить и выполнять те задания на каждый день, которые у нас есть в календаре. Ви вже пробували це, так? На дитині експлуатували. Да, ну да, як? Да. Похизуйте з результатами. Ну, хочу сказати, що ребенку завжди цікаво отримати якісь сюрпризи. Є маса прикладів, які продаються на полках магазинів, да, де є якийсь сюрприз. І ребенок завжди хоче отримати цей сюрприз. Йому завжди хочеться виложитися на всі 100 для того, щоб отримати вот эту вот интересность себе. Овладеть ею. Поэтому ребенок всегда стремится выполнить то задание, которое вы ему даете, для того, чтобы открыть следующую ячейку и получить что-то интересное. Я зараз, як дитина, теж хочу відкрити якусь ячейку і переглянути, який же ж там сюрприз у нас є. Да, давайте ми з вами відкриємо саме останню, 31-ю ячейку. Із чого у нас состоять ті ячейки? Ячейки состоять із
обычных трубочек с туалетной бумаги. Дорогие мамы. Все довольно просто. Да. Пользуемся туалетной бумагой, собираем трубочки, делаем календарик для ребенка. Сколько часов вы делали такой календарь? Это ж вы еще думали, что-то там напрацевывали, выгадывали. Ну да, сначала ушло время на то, чтобы разработать эту идею, а потом уже... Как бы я сделала его где-то минут за 30, наверное. Да вы что? Вот. Ну, это все зависит от того, насколько у вас набитая рука. Что еще необходимо? Ну, можно вот такие вот колбочки из-под киндер-сюрпризов насобирать. 31 штучка всего лишь нужна. Вот. И в них вы туда ложите свой сюрприз. Потом открываем, достаем. У нас тут пингвин. Ух ты. Оп, зимний Показывайте. Житель. Так. Ось и отримала дитина ось такий подаруночок, так? И счастлива, и все, так? Да, с этим пингвинчиком вы можете рассказать ребенку о том, что это за птица, где она живет, что она делает, как она проводит свое время, как она высиживает яйца и тому подобное. Разные интересные... Пізнавальна інформація. Да, моменты. Наташечка, трішки припинимо розмову, у нас є дзвіночок. Алло, доброго ранку. Доброе утро. Назвіться, будь ласка, як вас зовут? Меня зовут Елена, я ваш постоянный зритель, очень часто смотрю вашу передачу. Так, мені дуже приємно. Може, у вас є якісь запитання до нашої мами, мега-супермами, винахідниці? У вас є змога? Так, мене дуже заінтересувало. Я от як-то не була зареєстрована на Інстаграмі, дуже заінтересувала. Дуже захотіла одразу зайти, посмотрети. У мене у самої троє діток. Теж супермама. Да, і все, як би, маленького, скажімо так, возраста. Ну, очень интересно, очень хочется узнать, как можно разнообразить, скажем так, игры для них, какие-то более, чему-то лучше научить, как-то более соорганизовать их. Ну, ось у вас є така змога дізнатися і пізнаватись. У вас вже є плюс один прихильник. А я вас хочу привітати, адже ви ще мали те змогу виграти календарик від нашої Наталі. Він ваш. Залишайтеся на зв'язку, режисери пояснять вам, як ви зможете його забрати. Вам, у свою чергу, бажаємо доброго ранку. Дозвонюйтесь до нас ще. Спасибо. Спасибо. Ну, а ми продовжуємо. Да, нашу розмову цікаву. Такой календарь может сделать абсолютно любая мама, и мне даже интересно, как сделает его, допустим, Елена. Было бы здорово, если бы вы сделали вот такой вот календарь для своего ребенка, сделали фотографии и выставили в Инстаграм с пометочкой на меня, чтобы я могла зайти и посмотреть, потому что очень классно, когда мы можем обмениваться опытом и делать какие-то свои вещи намного лучше, потому что одна голова хорошо, а две лучше. Дуже гарна ідея, погоджуюся з вами. Може, ще одну відкриємо? Давайте откроємо ще одну. Давайте, яку хотите? Давайте моє улюблене число 5. 5. Так. Открываємо п'яту ячейку. Так, що у нас тут буде? Видите, даже вам интересно открывать сюрпризы. Кому ж це не цікаво, всі полюбляють сюрпризи. И тут у нас, тут у нас, ну, это у меня для мальчика. Це для хлопчика, трішечки я промазала. Ну, це такий мотоцикл. Да, мотоцикл Лев, который ребенок тоже может собрать быстренько и играться потом им. Боже мой, чудово, Наталю, ви завжди якийсь генератор таких винаходів. Я дякую вам, що ви прийшли, розповіли. Я думаю, що ви, мами, теж будете активними. І сьогодні ви зрозуміли, що фантазії людей, а мам взагалі немає ніяких меж. Отож, приєднуйтеся, будьте активними і можете теж собі зробити ось такий цікавий календар. Я вам дякую, що ви завітали, приходьте до нас ще, тільки щойно вигадаєте, ми вас чекаємо.